Всех приветствую. Это специальное объявление. Продается синтезатор виртуально-аналогового синтеза Korg MS-2000. Замечательный синтезатор. Этот замечательный синтезатор имеет все. Имеет все, кроме двух ручек регулировки входного сигнала, что, в принципе, работать не мешает. Практически они в работе не используются. Немножко опишу синтезатор. На задней панели мы видим два выхода, левый и правый, два аудиовхода. Один рассчитан для микрофона или линейного входа. Также мы имеем переключатель, микрофон и линейный вход. Два входа на педали, на свитч. Три MIDI-разъема, это вход-выход и сквозной. И гнездо для подключения питания, блока питания. На передней панели мы видим замечательную раскраску в виде схемы синтеза для обычных, тембров и для вокодера. И таблицу параметров с диапазоном, с диапазоном значений для этих самых параметров. Данный синтезатор как бы находится в средней ценовой категории и имеет все, что нужно для этих синтезаторов. Звук у него немножечко может показаться плосковатым, однако это все зависит от того, где мы используем данный синтезатор и чего от него хочем получить. Уникальность этого инструмента заключается в том, что он имеет развитый секвенсор, и что позволяет назначать практически любую автоматизацию в качестве секвенции. Любой параметр на секвенции можно назначать. Значит, имеет два осциллятора, да, это стандартные волны, пила, квадрат, треугольник и синусоида. Также на первый осциллятор может назначаться режим симуляции звуковой волны человеческого голоса, так называемый Vox Wave, DVSG режим с уникальными волнами звуковыми, режим шума и использование аудиовхода в качестве обработки усилителя. Второй осциллятор — это пила, квадрат и треугольник. Также поддерживается режим кольцевой модуляции и синхронизации осцилляторов. Далее здесь присутствует блок микшера, осциллятор 1-2 и шум. Блок фильтра — это срез частот, резонанс, назначение на кривую, на огибающую фильтров ADSR и регулировка параметра по раскладке клавиатуры от низкого тона к высокому. Далее мы видим блок усилителя, это громкость сигнала, панорамирование и кнопка искажения сигнала, distortion. Присутствует в этом синтезаторе арпеджиатор 4-октавный с режимами вверх-вниз, два альтернативных, режим свободного выбора и триггерный режим. Далее этот синтезатор оснащен двумя генераторами низкой частоты LFO-1 и LFO-2, которые поддерживают типы волны пила, квадрат, треугольник, случайный выбор и полуквадрат. Также имеются встроенные эффекты, это фленджер и эхо. И интересные фишечки, это, пожалуй, одна из уникальных частей этого синтезатора, это 4 патча назначаемых. Значит, работает они по какому принципу? Есть модулирующий параметр, который модулирует значение, вернее, который изменяет значение модулируемого параметра. В качестве модулирующего могут выступать как обе кривые ADSR для фильтра и усилителя,
два генератора низкой частоты могут выступать. Также это может быть величина сила нажатия на клавишу, сдвиг по тону от низкого к высокому и два MIDI параметра. В качестве изменяемых, да, модулируемых значений могут выступать высота тона, pitch, pitch для второго осциллятора, значит, модуляция волны первого осциллятора, громкость шума, частота среза, да, фильтр, усилитель, естественно, панорамирование и частота для огибая, частота для фильтра второго. Ну, давайте чуть-чуть послушаем этот синтезатор, да. Сейчас я, ну, я не буду, как бы скажу, да, о том, что здесь 96 пресетов, это 16 пресетов, по, ну, разбитые на 8 банков. Но я думаю, что королей звукового синтеза беспокоит не пресеты, да, а именно возможности оригинального набора звука и как звучат оригинальные и базовые волны. Ну и сейчас я продемонстрирую чуть-чуть, как синтезатор звучит. Повторюсь, что синтезатор может показаться волосковатое звучание, да, ну, что присуще, в принципе, вообще всем цифроаналоговым синтезаторам, в частности, представителям фирмы Korg. Но, повторюсь, синтезатор выигрывает в управлении. Все органы управления находятся на панели передней. Ну и, естественно, можно делать интересные секвенции. Так. Вот мы имеем треугольник. Квадрат. Вернее, первая была пила, сейчас треугольник. И на синусоиде моя любимая. Естественно, можно двигать октавы на синтезаторе. Демонстрация фильтра на примере пилообразной волны. Примерно звучит фильтр. Так, ну и, наверное, чуть поиграю с секвенциями, да, показать, что этот синтезатор, в принципе, может делать, да. Ну и вот сейчас, может быть, сделаю какую-то небольшую секвенцию. Значит, я включаю арпеджиатор, ставлю его на режим залипания клавиши, включаю секвенсор. И начинаю модулировать параметр, ну, в секвенции начинаю модулировать параметр высоты тона. Свободный выбор. Техно. Fucking техно. Ну и дальше я могу работать уже с огибающими фильтры и частоты. Получился кислотный секвенсор, что-то подобие кислотного секвенсора. Thank you.
поигрались. Теперь следующий прикол. Как этот синтезатор с помощью работы с секвенсором можно превратить в драм-машину? Секундочку, сбрасываем параметры. И имеем треугольник, ставим, вернее, пилу, и ставим на треугольник. Теперь работаем с патчами, да? В качестве... На первый патч в качестве модулирующего параметра я ставлю кривую ADSR для фильтра. И в качестве модулируемого на этот патч назначаю pitch. Чуть-чуть сдвигаю октаву. Вот появилась босичка. На второй патч, да, в качестве модулирующего параметра я назначаю сдвиг по клавиатуре от низкого октона к высокому. В качестве модулируемого громкость шума. То есть чем выше у нас будет тон, тем больше шума будет в звуке. Ну вот что-то начинает вырисовываться. Теперь чуть-чуть поиграюсь с кривой ADSR для усилителя. Теперь назначаю на третий патч в качестве модулирующего параметра сдвиг по клавиатуре, да, опять же для тона КБД трек. И в качестве модулируемого это срез частоты. В данном случае это будет срез низких частот, то есть HPF фильтр. Ну вот, в левой части у нас остался бас. Сверху его нет. И умеренно по середине. И на четвертый параметр, опять же, в качестве модулирующего параметра я назначаю сдвиг по тону от левой части клавиатуры к правой. И в качестве моделируемого усилителя, чтобы у нас бочка была погромче, а хай-хэт потише. Ну и все, теперь включаю секвенсор, арпеджиатор и начинаю делать драм-секвенцию. Арпеджиатор на режим залипания. Включаю секвенсор и начинаю модулировать для каждого шага высоту тона. Ну вот у нас вырисовался какой-то ритмический рисунок.
Ну что, продается аппарат Cork MS-2000, цена 15 тысяч. Пользуясь случаем, хочу передать привет маме, сказать, что я люблю весь мир, и сказать, что еще к тому же продается микшер Soundcraft ES. Yeah. Продается микшер, 10 стереоканалов, 4 моноканала, 2 посыла и возврата на эффекты. Также имеется в продаже замечательный микрофон Shure SM58 классика вокала. И могу еще продать планшет Vacuum. Но это для художников. Все, приятно было пообщаться. До свидания.